Защитник в составе московского «Динамо», который имеет на своем счету заброшенную шайбу Игумнов. Хорошо, раскидали. Вот здесь только замедлился ход. Бросок, гол! Вот, пожалуйста, второй защитник. Андрей Миронов заряжает от синей линии. Вот казалось, да, вот шайба ходила очень быстро, потом Игумнов ее принимает, но все равно делает оригинальную по исполнению передачу, но при этом правильную по сути. И Андрей Миронов, находясь в статичном положении, но имея запас во времени и много свободного пространства, отправляет шайбу в угол.